Чёт, молодец, красотка. Привет, ребятня, меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле. Не успела Алена Швец выпустить свою новую песню, как я сразу же делал у нее разбор. Поэтому сегодня я буду разбирать специально для вас песню «Вино и сигареты». Небольшой дисклеймер. Алкоголь и курение вредит вашему здоровью, поэтому не занимайтесь таким ноу-ноу-ноу. Лучше займитесь полезным делом, например, начните играть на укулеле. Ну а перед началом этого ролика, если кто до сих пор не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь на него, потому что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном YouTube по укулеле комьюнити. Ты мне можешь в этом помочь. Тем более нам с Пепой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. Говорю сразу, песня супер новая, я еще до конца ее не выучила, поэтому буду смотреть заметки. И не нужно писать, что я плохо записала кавер. И вот так вот она выглядит. Вино и сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Мой сон — твои объятия, а мой космос — гематома. Печатай в меня в стену, чтобы я осталась. Вино и сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Мой сон — твои объятия, а мой космос — гематома. Печатай в меня в стену, чтобы я осталась. Боль, страх, поцелуй, а в груди 12 пуль. Пустит корни сквозь меня вишня. Мой магнитофон я поставлю на балкон, пусть другие люди нас слышат, видят, ненавидят. Вино и сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Мой сон в твоих объятиях, а мой космос — гематома. Печатай в меня в стену, чтобы я осталась дома. Я осталась дома. Я осталась. Я осталась. Разбор на укулеле. Говорю сразу, эта песня играется с каподастром на третьем ладу. Если у кого до сих пор нет каподастра, то возьмите резинку для волос и карандаш из Икеи, который вы сперли, поставьте это на гриф, завяжите, на песню одну вам хватит. Но в дальнейшем, пожалуйста, купите наконец-таки каподастр. Давайте разберем сначала аккорды. Все буду показывать без каподастра, чтобы вы не запутались. В припеве у нас играется 4 базовых аккорда. И в куплете у нас добавляются еще 2 аккорда, которые там мимолетно как-то проходят, но обо всем по порядку. Погнали. Первый аккорд — аккорд ДМ. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а третью и четвертую струну на втором ладу. Далее у нас идет аккорд F. Мы от этой конструкции, которую уже поставили, просто убираем третью струну на втором ладу. Далее идет аккорд АМ. Мы опять с этой же конструкции, которая у нас есть, убираем вторую струну на первом ладу. Получается ДМ, F, АМ. Последний аккорд припева, аккорд ЕМ. Зажимаем первую струну на втором ладу, затем вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Эти 4 аккорда, то есть ДМ, F, АМ, ЕМ. В куплете у нас добавляется аккорд А. Зажимаем третью струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Вот АМ, а вот А. И последний аккорд — аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Все, это все основные аккорды. Теперь, как это играть с каподастром? Ставим каподастр на третий лад. Жмяк. Поставили. И теперь считаем, что этот каподастр у нас нулевой лад. То есть мы от него начинаем считать все лады, которые нам надо. Например, аккорд С. Он зажимается на первой струне, третий лад. Считаем. Раз, два, три. Вот вам, пожалуйста, аккорд С. То же самое аккорд АМ. Четвертую струну на втором ладу. Раз, два. Вот вам, собственно, аккорд. Также с остальными, то есть ДМ, F, ЕМ и А. Разбор на укулеле. Теперь, как играть припев. А в общем, мы будем играть с вами следующий рисунок. 4, 3, 2, 3. Еще раз. 4, 3, 2, 3.
Причем мы играем это на аккорды D, M, F и A, M, а на аккорд E, M будет совершенно другой. На E, M у нас 3, 2, 1, 3. Теперь по порядку. На аккорд M 4, 3, 2, 3. На аккорд F 4, 3, 2, 3. На M 4, 3, 2, 3. На аккорд EM уже 3, 2, 1, 3. Этот рисунок играется по одному разу на один аккорд. Если вы не знаете, что такое перебор по другому арпеджио, то у меня есть целый ролик на канале, обязательно его посмотри. Теперь все это соединим. Все это соединим, собственно, со словами. Вино и сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Мой сон — твои объятия, а мой космос — гематома. Печатай меня в стену, чтобы я осталась. И так далее. Пам-тра-та-та-та. Далее, что мы играем в куплете? Тут все очень просто. Один удар вниз на каждый аккорд. Для вашего удобства, что тут все происходит, поставила плашку, ориентируйтесь на нее. И если что, также раздаточный материал весь в описании. Обязательно его открой, если до сих пор это не сделал, чтобы тебе было удобнее ориентироваться. А тебе могу сказать, что тут мне очень нравится гармония в куплете, потому что мы играем с вами ДМ, ЕМ, это минорные аккорды. И мы уже предполагаем, что, скорее всего, дальше тоже будет какой-то избитый минорный аккорд, а нет, тут добавляется мажор ля. Это очень свежо и круто звучит на самом деле. Я прям, когда первый раз слышала эту песню, прям вау! Боль, страх, поцелуй, а в груди 12 пуль пустит корни сквозь меня. Вишня, мой магнитофон, я поставлю на балкон. Пусть другие люди нас слышат. А на последнюю строчку мы играем F, ЕМ, С, АМ. Тоже по удару вниз. Слышат, видят, ненавидят. Теперь соединим весь этот куплет. Боль, страх, поцелуй, а в груди 12 пуль пустят корни сквозь меня. Вишня, мой магнитофон, я поставлю на балкон, пусть другие люди нас слышат, видят, ненавидят. Дальше играется тот же самый припев, который мы только что с вами выучили. На этом вся песня и строится. Если тебе был полезен этот разбор, то поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Не забудь поделиться этим роликом со своими друзьями, которые обожают слушать Алену Швец. Ну а также напоминаю, что у меня есть целый плейлист разборов на ее песни. Обязательно почекай, посмотри. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!